Так, если на семечках видите плесень, то есть гриб. Это уже стадия спороношения. А мицелий давно пронизал зародыш и эндосперму. Такие семена хозяйство ценности не представляет, но шанс есть. Ну, конечно, это самое, что там говорить. Плесень есть, но сразу-то не съест. Так, куча своих экспериментов. Я не говорю, что плесень ест семечки. Она, семечка погибает от чего? Я считаю, не от плесени. Так, она просто плесень ждет, когда семечко станет умирать. И какое оно ни было живое, ну, то есть оно еще сохранило форму. Ну, вы догадались, какое семечко, видели. Вот, сохранило форму. Но она начинает умирать из-за того, что ей не подходят условия. Ее никто в природе не садит, вы знаете, никто не закапывает. А здесь получается, естественно, сертификация. Они валяются, но их скорость низкая. А мы хотим скорость, чтобы была большая, ну не 100, но 80%. Тогда, получается, мы их прикапываем. Я уж не говорю про мышей и про прочее. А это ненормально. Рано или поздно семечко начинает портиться. Вопрос, успевает она или не успевает зайти. От этого зависит уже такие, чтобы условия были максимально приближенные к естественным. Поэтому мы держим около нуля. Пока около нуля, и это самое, она не портится. А грибы просто ждут, когда она умрет. Она не вся семечка умирает, а начинает постепенно умирать. В ней появляются даже снаружи уже мертвые клетки. Мы их еще не видим. Семечка еще кажется такой красивой, глянцевой. А первые эти, и вот тогда плесень начинает брать свою. Это ее законное право. Вот. И когда мы, допустим, возьмем... И берем после этого семечко, а корову спасаем. Мы выковыриваем оттуда, промываем, можно марганцовкой. Казалось бы, их спасаем. Мы просто меняем их среду обитания, если она еще не успела как следует сгнить. Не успела. Тогда мы среду обитания поменяли, раз мы выковырили из того условия, где она гнила. Может быть, еще успеем спасти. Так. Куча своих экспериментов, когда семена плесени, косточки сходили весной. О! Ну, Александр Николаевич, ну это, как вы мне вовремя подтвердили мои слова? Так, процент схожести. Так, если мы промоем песок от органических включений и прокалим его, то на нем будет, не будет питательной среды и энергетических веществ для развития микроорганизмов. Для меня главное все-таки это влажность и температура. Но это я так... Примечание. При сохранении семян в фазе вынужденного покоя никаких проблем с сертификацией нет. Еще не написал про температуру сертификации. Низкая положительная температура способствует сертификации, но снижает энергию развития патогена. Ну, мы же не зря спорили, и кто-то говорил, давайте даже чуть ли не при минусовой держать. Если семя сгнило, возможно, было изначально недоразвито, неполноценно, или уже гнилое при закладке сертификации. Антон Валерьевич, ну что, я сегодня пишу это заявление, что я отказываюсь проводить вебинары, проводите сами. В хорошем смысле. Ну что ты будешь делать? Контрольной группы не было, все плесневело, то раньше, то позже. Но что интересно, есть косточки абрикосов, которые совсем не плесневеют, что они делают? Ну, у них тоже разные эти. Назовем это степенью прочности, что ли. Именно так. Неполноценные семена на крупных отсеются тестом на всплытие. Ой, вы знаете, я бы не советовал так делать. Есть. Всплывает, проверял, а потом сходит. Вот. Как я делаю, сразу говорю, все-таки учеба. А кто в этом, как говорится, кто как-то, ну, у кого больше всех возможностей, ля-ля-ля, у меня. Так вот, значит, я... сразу провожу тест на всплытие. Ну вот выковырили, помните, фотографии показывал. Вот, все, зашли. Не жалко мне их много, выкинул. А потом они лежат в сухом виде, лежат, и когда они пролежат месяц, два, три, а потом киньте их в воду, они полноценные. Всплытие же показала? Они всплывают вот так. А потом поплывают, потом смотришь, начинают тонуть, набухать и тонуть. Это живые, тут выбрасывать, не дай Боже. Я за вас эту работу делаю тогда, когда я их только собираю и ковыряю. Это. А потом уже все высушил,
Дальше уже опасно отбраковывать. Можно отбраковать целое, хорошее.